vom spera și noi la ceva mai bun. Lângă mine s-a apropiat unul dintre cetățeni care la fel a dorit. De unde doriți? Am spus. Cine vrea să vie încoace, cine vrea la tribună, de pe loc. Eu vă rog mult, iarăși vă prezentați cine sunteți, dacă reprezentați vreo societate civilă, de la cine sunteți și să nu uitați de termenul vă care atunci. Alo, слышно меня нормально, чтобы Вера слышали надолго. И камеру, пожалуйста, тоже поверните, чтобы парламентарии тоже смотрели эту ситуацию. То, что я сейчас скажу, это очень важно, на самом деле. И я думаю, что у многих это в голове есть, но немногие это могут сказать. К сожалению, такая молдавская... Я гражданин Республики Молдова, меня зовут Балкан Евгений. И все понятно, многим всем ясно, кто я и что я. Дело в другом. Я пришел сюда, на это заседание, для того, чтобы... не то, чтобы преподнести, а сказать один месседж один для всех чиновников, начиная от низкого ранга, заканчивая самыми главными парламентариями, или как кем они там себя считают, олигархами, миллионерами, миллиардерами и тому подобное. Смотрите, какая ситуация. Шел я вечером домой один раз, подошли до меня два очень интересных человека. И я в людях разбираюсь немножко. Люди, они такие жены, видели жизнь. И такую ситуацию попросили меня передать для всех, всего политического класса, что если вы не перестанете, заботиться о своем кармане, о своем желудке, о своих интересах каких-то, начнете все-таки наконец-то уже думать о людях, о гражданах, то с вами тогда будет